записи. Итак, в эфире «Хроника счастливых путешествий», передача из Рима, из прекрасного отеля «Мариотт». И со мной рядом владелец этого отеля и еще целой цепочки Себастьян Руссотти. Grazie. Buongiorno. Buonasera. Buonasera. È vero. Sì. Questo è vero. Buonasera. Allora, io devo ringraziarvi per questa intervista che rappresenta per l'Italia e per il nostro gruppo una grande esclusività. E desidero dirvi e cercare di spiegarvi come sono gli alberghi, non solo quello di Roma, ma anche quelli della Sicilia. Прежде всего я должен поблагодарить за этот эфир, за то, что у меня есть возможность предоставить Рим, Италию, предоставить все отели, которые в Риме и также на Сицилии. Спасибо. Мы здесь живем уже 20 числа, и это действительно прекрасный отель. Он располагается очень недалеко от аэропорта, который обычно прилетают наши туристы. И хотя достаточно как бы вроде бы далеко от центра, но я уже ездил, получается, что отсюда добраться намного быстрее до центра, чем из отелей, которые располагаются вроде бы ближе к центру, за счет того, что он находится на окружной дороге, которая очень быстро, то есть мы где-то за 10-15 минут мы добираемся до центра. А там не слышно? А, все. Okay. Да, все, я понял. То есть он очень узкий. Скорее. Я уже немного пообщался. Кстати, здесь все служащие, и да и друзья, все называют Руссотти просто инженером. То есть это, с одной стороны, это очень уважительно, потому что здесь это звание действительно очень уважительное. И, во-вторых, это просто определяет отношение к этому человеку. То есть вот немного с ним пообщавшись, я понял, что этот человек не только владеет этими отелями, он их сам строит, и при этом он и как архитектор выступает, как дизайнер. И насколько мне сказали, он как бы любую мелочь он делает сам. Что, в общем-то, не характерно для владельцев, насколько я, так сказать, не общаюсь с ним. У меня был опыт общения с ними. Ecco, io tengo a precisare una cosa. Non sono direttore dell'albergo. Il direttore generale ve lo presenterò fra breve. Io sono l'amministratore della società e questo è l'ultimo... Ecco. E sto amministratore, ecco. E desidero dirvi che praticamente questo, oltre ad essere un albergo resort, è un grande albergo congressuale. È un albergo che ha uno spa bellissimo. È un albergo molto moderno e che richiama il passato, non remoto, ma il passato che riguarda la fine 800 e i primi del 900.
Прежде всего, этот отель очень современный, предназначен он прежде всего для многочисленных конференций, огромные конгресс-залы, которые присутствуют в отеле. И можно также сказать, что этот отель построен, прежде всего, можно взглянуть в далекое прошлое, в 800-900-е годы, то есть именно с этим уклоном. И все сделано удобно для посетителей этого отеля. Сказали, что это самый большой отель в Европе на нынешний момент и самый большой конгресс-холл здесь, так? Questo è l'albergo congressuale tra i più grandi d'Europa. Ha 601 camere, un grandissimo spa, due grandi piscine, una fa parte dello spa e un'altra è una piscina che sta in un giardino che guarda verso Ostia Antica. Questo albergo ha una capacità congressuale massima nella sala più grande di 4.000 persone. Прежде всего, этот отель построен с уклоном для конгрессов. В этом отеле существует 601 номер для гостей отеля. Самый большой зал может поместить 4000 человек. Также в отеле есть великолепные бассейны, один внутренний бассейн и также один внешний, который, конечно, действует только в летний период времени. Не все понял. Ну, насколько я понял, он еще говорил о спа. Я посетил отделение спа, здесь оно действительно прекрасное. Я, в общем, достаточно много посетил комплексов спа. И хочу сказать, что этот сделан на очень хорошем уровне. Это была идея совместить, как бы, вроде бы при деловом отеле очень редко бывает спа. Это была идея инженера или сейчас это уже общая тенденция? Или только эксклюзив для этого отеля? Igori ha visitato tutto l'albergo e sta dicendo che, diciamo, ho visto quasi prima volta dove spa collegato con congressali, eccetera, eccetera. Questa idea proprio di lei o di tutta la società? E questa idea è un'idea che io ho pensato circa 10 anni fa. E soprattutto questo albergo consente che un cliente resort non venga assolutamente disturbato dalla congressualità, perché le due zone congressuali dell'albergo sono adiacenti a questa grande hall dove noi ci troviamo. Questa hall misura 2000 metri quadri e dà la possibilità ai clienti resort di vivere e di svolgere tutta quella che è l'attività che un turista in visita a Roma può fare. Mentre i clienti congressuali vivono e operano nelle altre sale, dove esistono delle hall congressuali completamente distinte dalla hall principale, senza creare disguidi tra le due clientele. E a disposizione dei clienti un grande spa che misura
3500 metri quadri. Questo spa ha anche inglobata una piscina coperta ed è praticamente molto interessante per le cure che si possono fare. Прежде всего, над этой идеей я работал уже 10 лет назад. Поэтому, прежде всего, отель построен так, чтобы не создавать никаких, скажем, неудобств ни для тех, которые посещают как с целью конгрессов, и в то же время туристы, которые посещают Рим. Поэтому в отеле многочисленные есть бассейны. На этих фотографиях мы видим все, что предназначено для отдыха в бассейне. Questa che attualmente si vede, то, что мы видим сейчас на снимках, la piscina interna dello spa. Это и есть внутренний бассейн спа. E consente attraverso le sue acque, и между водой этого бассейна delle cure specifiche, специальные оздоровительные процедуры, che servono a conservare il corpo giovane e ben tonico, которые прежде всего нужны для того, чтобы наше тело было всегда молодым, здоровым и красиво выглядело. Girando, si vedono. Переворачивая открытку, мы видим специальные сауны на этих снимках, которые вам сейчас поближе покажут. И обратите внимание на одну из специальных саун, которая предоставлена на этой фотографии. Эта сауна предназначена только для двоих человек. Практически для женщины и для мужчины. Рядом есть номер. И рядом с сауной есть специальная комната массажная, где можно делать массажи. Как вы видите на этих фотографиях, клиентка, которая делает массаж. Это, indubbiamente, rende l'atmosfera molto gioiosa e simpatica. И эта атмосфера. Dicevamo che questo spa rende in albergo la vita gioiosa. Скажем, что именно здесь, в отеле, именно спа предоставляет жизнь радостную, прежде всего, удобную для всех клиентов отеля. Помогает также женщинам. Помогает женщинам сохранять постоянную молодость. Мне очень понравилось вот здесь картина, я не знаю, насколько ее видно, но из интернета ее действительно не видно. А вообще отель Мариот сделан в виде Ноева ковчега, это тоже идея инженера. То есть он как бы тут вроде бы и рядом море, и действительно он огромен, при этом как бы две такие части, они люди не видят, хотя их много, они друг с другом не сообщаются. И кажется, что здесь не очень много народа.
И вот здесь великолепная фреска, изображающая двух святых по бокам. Это святой Джованези. Какой святой справа, извините? Справа как? Святой какой? Не помнишь? А, ну, слева это точно Павел. Посередке это, естественно, Ромул Рем, ангелы. И мне сказали, что эту фреску рисовала очень известная художница из Ватикана. Сверху здесь большое, такое огромное небо. То есть это действительно производит ощущение нового современного ковчега. Я вот хочу спросить у инженера, как ему пришла эта идея. Она как-то вынашивалась или это вот было такое озарение? Потому что это очень гармонично и хорошо смотрится. Inginer, come è venuta questa idea, diciamo, fare questo bellissimo quadro che presenta Barca di Noè qua in albergo? Questo quadro vuole essere una rappresentazione della Roma antica. Прежде всего, эта картина предоставляет античный Рим. Della Roma antica e della Roma attuale. И также Рим настоящий. Questo quadro è stato eseguito dalla pittrice Capuccio. Эта картина была сделана известной художницей Ватикана по фамилии Капуччо. E una signora che ha fatto gli ultimi ritratti dei papi. Это последняя художница, которая сделала очень много портретов римских пап. Ed è una pittrice molto nota in Italia. И очень знаменита во всей Италии. Что касается этой картины, то метраж Ноевого ковчега картины 300 квадратных метров. Il quadro è il più, la più grande pittura ad olio esistente in Italia, in quanto misura circa 285 metri quadri e mostra Roma nel suo aspetto globale, con al centro il Vaticano e due angeli che hanno lentamente posato il Vaticano nel centro di Roma. Это самая большая картина, которая написана в Италии именно маслом. Как я вам уже говорила, что метраж этой картины почти 300 квадратных метров. Прежде всего, эта картина предоставляет Рим. Рим древний, Рим сегодняшний. В центре этой картины можно подразумевать Ватикан, ангелы, которые и предоставляют церковь, церковь Ватикан. Рима. I russi che verranno a vedere questo complesso e a soggiornare potranno ammirare questo quadro dalla hall dell'albergo, pranzando o prendendo qualche aperitivo. Al centro di questa grande hall esiste una barca che raffigura il viaggio fatto dalla Palestina a Roma dell'Apostolo Paolo. Insieme. Прежде всего, туристы с России, которые будут посещать отель. Конечно, перед ними будет огромная картина Ноевого ковчега, которая дошла с Палестины до Рима. Поэтому в огромном холле, где туристы будут питаться или же просто наслаждаться приятными напитками, всегда перед ними будет картина Ноевого ковчега. Tutto questo che noi diciamo descrive
al 50% questa parte principale dell'albergo. E la cosa che io desidero dirvi soprattutto è quella di visitare Roma. Прежде всего, то, что мы с вами сейчас говорили о огромнейшем холле и также о картине, это практически и есть 50% этого отеля, потому что туристы, которые приезжают в отель, обращают внимание изначально на холл и на это огромное полотно. Поэтому добро пожаловать в Рим, давно добро пожаловать в этот отель. Рома – это большая città. Ma soprattutto è molto accogliente e sembra di trovarsi in un bellissimo club, in mezzo a tanti amici. I romani sono simpatici, amano molto i turisti e pertanto io vi invito a venire a Roma e a vedere questa città che è uno splendore. Рим – один из самых красивых городов в мире, поэтому я прежде всего приглашаю вас всех посетить этот замечательный город, где вы встретите итальянцев, которые очень дружелюбные, очень общительные и очень любят всех туристов, которые посещают этот великолепный город. Ну, я думаю, что инженер говорил об огромности и внушительности самого отеля. Но вот, к сожалению, интернет-зрители, наверное, с нами попрощаются, потому что время передачи подошло к концу, и нужно сейчас выключить прямой эфир. Ну вот, если видно, за нами стоит совершенно роскошный стол, и вот гости этого нашего отеля, потому что я уже его считаю нашим, вот это вот все могут отведать. И мы сейчас об этом поговорим, но уже, наверное, не в прямом эфире. Я с вами прощаюсь, а передача потом продолжится, когда мы запись включим после приезда из Рима. Напоминаю, что еще один прямой эфир у нас будет в Милане, и там, я надеюсь, будет все тип-топ. До свидания. Я с вами прощаюсь. Инга, выключи, пожалуйста, эфир, да? А вот. А мы как раз сейчас поговорим с инженером о том, что находится. Да, он мне обещал рассказать, кстати, вот я очень люблю сыр, как готовится этот сыр. Вообще, что-то представить, что это, что за бутылки такие красивые, с чем и как это едят. Уже не нужен микрофон или нужен еще? Нужен, да. А, еще. Ingegnere, prima poi Igor vorrei sapere come si prepara questo il formaggio, come si mangia questo il formaggio, perché questo il profumo, questa tavola bellissima che sta spalle di noi, insomma disturba un po' Igor, no? Quindi vorrei sapere tutto, cosa presente su questo il tavolo. Il tavolo ve lo illustrerà meglio il direttore, che è il signor Damergi, è il nostro food and beverage. Io posso solo parlare di un formaggio speciale che fa un po' impazzire Igor ed è il cacio cavallo siciliano. Si chiama cacio perché cacio era il food degli dèi. Si chiama cavallo perché le macchine 4.000 anni fa erano cavalli. Ora sono cavalli di acciaio. Allora erano cavalli veri. Questo formaggio è una delizia. Tutto quello che si dice è poco. Bisogna necessariamente mangiarlo. E poi ognuno se ne renderà conto. Io ora, se Igor lo permette, vorrei presentare lo staff dell'albergo che voi incontrerete durante i vostri soggiorni.
Стол, который у нас за плечами, прежде всего, более подробно с ним нас познакомит директор отеля. Но я хочу особое внимание обратить на сыр под названием «Качо Кавалла». «Кача» в переводе «охота», «Кавалла» – «лошадь», «лошадиная охота». Это название не случайно, потому что рождение этого сыра еще далекое-далекое прошлое. Охотились древние боги, поэтому название охоты, а лошади... Тогда машин не было в далеком прошлом, поэтому транспортом были лошади. Отсюда и название «лошадиная охота». Сыр, конечно, очень и очень вкусный. И сейчас, с разрешением Игоря, инженер нам предоставит прежде всего директора отеля и также администраторов, именно тех людей, с которыми вы будете встречаться по приезду в отель. Предоставлю, да, я слушаю. Allora, il nostro direttore generale, che sarà a vostra disposizione, è il signor Damergy, francese. Il signor Damergy si presenta con un grande curriculum. Ha lavorato per le più grandi compagnie alberghiere del mondo e ora è a Roma in questo Marriott Rome Park. Io desidero passare il signor Damergy che vi dirà qualcosa sulla gestione, sul personale e tutto. E poi di questa bellissima tavola sarà illustrata dal nostro food and beverage. Директор генеральный отеля господин Демерджи. Господин Демерджи приехал из Франции. У него очень большой опыт работы в отелях в других странах мира. А поэтому, прежде всего, вы, когда будете посещать отель, будете встречаться с ним. И более подробно с красивым столом познакомит именно он. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera amici russi. Se avete delle domande, Igor, se posso... Avete delle domande per me? Do you have any questions for me? Добрый вечер, дорогие дамы и господа во всей России. Prima poi spiegate un po' a questa meravigliosa tavola, cosa c'è sopra la tavola. Abbiamo preparato con il food and beverage manager, signor Maurizio Rionardo, che è vicino a me. Abbiamo preparato, lui ha cominciato a preparare questa tavola, bella tavola che abbiamo, tutti i prodotti italiani, soprattutto i vini che sono di Sicilia. Forse che prendiamo la camera e si avviciniamo un po' per far vedere alle tutti gli amici russi cosa abbiamo qui con il signor Maurizio Leonardo, lui spiegherà tutti i prodotti che abbiamo qui, prodotti freschi che abbiamo nell'albergo. Прежде всего, мы этот стол приготовили вместе с менеджером, с господином Маурицио Леонарди. Поэтому здесь присутствуют очень вкусные итальянские вина. И, возможно, наша камера сейчас получше вам покажет, что именно присутствует на этом столе. Маурицио, andiamo a spiegare. Добрый вечер, дорогие телеслушатели. Benvenuti a Roma, benvenuti добро a пожаловать в Рим, добро пожаловать в наш отель. Qui abbiamo preparato... Прежде всего, мы la приготовили для вас типичные блюда, типичные продукты, которыми питаются итальянцы. Con alcune rappresentanze dalla Sicilia. Прежде всего, из Сицилии. Facciamo vedere dai formaggi. Вам покажем прежде всего сицилийский сыр. Как я уже заранее вам говорила, что этот сыр называют
Этот сыр называют «лошадиная охота», у него прекрасный аромат. Самое вкусное итальянское, сицилианское вино «Неро Давола». И также вино «Сан-Августино», очень вкусное, с рыбой. И это типичная паста наполитанская, «Паккери ди Граньяно» под названием. Также мы здесь увидим рыбные блюда, это прежде всего арагоста, ластичи, и огромные королевские креветки. Также перед нами оливковое масло, это также продукт из Сицилии. Это живое, мы видим, как он шевелится. Посмотрите, обратите, пожалуйста, внимание, что продукты очень свежие. Именно такие вы будете кушать в отеле. И это великолепное филе фиорентинского мяса. И это типичная порция стека. И обратите, пожалуйста, внимание на эту вырезку говяжью. Это нормальная порция на одного человека. Бистека фиорентина, так называют в Италии. И очень-очень вкусная, конечно. И это одно из также очень вкусных вин Гая, которые можно попробовать в этом отеле, хранятся они в огромных погребах готеля. И, конечно, очень вкусные сладости, сладости, которые готовят здесь, в отеле, сами кондитеры именно этого отеля, как вы видите, украшают сладости. Разнообразные ягоды, малина присутствует, красная смородина, и очень-очень вкусные. Поэтому сейчас прямо перед нами Настенька попробует. И мы предлагаем Настеньке вкусные сладости нашего отеля. Visto che pesce è orata. Мы вам советуем очень и очень вкусно попробовать эти вкусные сладости. Не только сладости. И также предлагаем вам попробовать итальянскую пасту и арагоста, которого вы видите. Продолжая предлагать наши продукты, господин Педрацини, buonasera. Di che cosa si occupa? Mi occupo della parte commerciale. Buonasera a tutti. Прежде всего, это коммерческий менеджер. И добрый вечер всем. Пожалуйста, финансовый директор, который сейчас перед вами. Buonasera, sono Mazzieri, sono il direttore amministrativo di questo splendido albergo. Il capo del personale. Buonasera. Buonasera.
Buonasera, sono Piero Rocchi, il responsabile del personale di questa azienda. Buonasera. Il capo della sicurezza. Buonasera, sono Buzzi Fabio, direttore della sicurezza della Russotti & Marriott. И именно сейчас перед нами главный ответственный директор охраны отеля, который гарантирует также посетителям отеля полную безопасность. Questi signori allieteranno il vostro soggiorno e il food and beverage vi farà mangiare bene, molto bene. Pertanto venite a trovarci. È vero? Yes. Yes. Questa bella bimba dice yes. Sì. È vero? Sì. E in russo come si dice? Da. Da. Io desidero scusarmi che non parlo russo. Però ammiro molto prima le donne, perché sono delle bellissime donne russe e poi anche gli uomini, ma soprattutto le donne. Ecco. Мы сейчас вам предоставили именно директоров отеля, которые вам обеспечат очень приятный отдых в отеле и вообще в Риме. Мне очень жаль, что я не владею знанием русского языка, тем не менее, очень люблю русских туристов, прежде всего женщин. Также мужчин, но, извините, женщин все же больше. Grazie. Я тут смотрю, что инженеру... Он талантлив во всем. Мало того, что он строит свои отели, управляет ими, он еще и отнял у меня работу, потому что сейчас он прекрасно поработал как тележурналист. Татьяна, ты не переводишь, что я? Ты перевела? Я не слышу. Я сказал, что инженер настолько разносторонен и талантлив, как все люди, талантливый во всем, что он у меня отнял работу тележурналиста и провел презентацию, в общем-то, без моего участия. Вот, показал всех и вся. Спасибо ему большое. Soprattutto mille grazie per tutto, che voi siete proprio un professionista perché ha fatto vedere tantissime cose, ha fatto proprio come vero giornalista, ha fatto vedere il tavolo, questi bellissimi cibi, piatti che presentano su questo tavolo. Guardate questo bel piatto, è un po' grande, però è buono, eh? Queste verdure, i pomodorini. E questa pasta, che è la pasta di Gragnano, un posto dove si produce la migliore pasta del mondo. Insieme a questo meraviglioso formaggio che è il cacio cavallo. Изначально мы вам показывали огромное блюдо, где вы видели многочисленные овощи и также паста. Это паста из очень знаменитого района Граньяно, где производится самая вкусная итальянская паста. И поверьте, что это очень и очень вкусно. И также сыр, о котором мы с вами сегодня уже неоднократно говорили, кача кавала, то есть лошадиная охота. Ricordate la pasta e il cacio cavallo. Запомните, пожалуйста, эту пасту и также сыр под названием cacio cavallo. E ricordatevi anche della Sicilia. И также не забывайте о Сицилии, о прекрасной земле, которая также ожидает всех вас на прекрасный отдых. Vi aspetta un mare incontaminato, bellissimo. 4000
e 500 anni di storia. Вас ожидает Сицилия, которая 4500 лет истории, ожидает вас великолепное море от Архимеда до наших дней. Noi speriamo che questo signore simpatico. И мы надеемся, что очень симпатичный Игорь, che è un bravo giornalista, очень хороший журналист также, che non si fermi solo a Roma, ma venga anche, что он не остановится только на Риме, но приедет также in Sicilia, и в Сицилию, in Letna, e nella patria di Archimede. В Сицилию, именно возле вулкана Этна, где родина Архимеда, и посетит полностью весь остров. Io vi ringrazio e vi attendo. Большое вам спасибо и всего доброго. E spero di salutarvi presto. И надеемся, что в очень скором будущем с вами увидимся. Инженер, я еще хотел не закончить, еще давайте 5 минут. Когда мы сидели, мы поговорили действительно об отеле на Сицилии, и меня очень поразила картинку, которую инженер нарисовал. Где все номера этого прекрасного отеля, по-моему, он даже 7 звезд, смотрят на море, и каждый житель этого, это действительно житель, потому что там нужно жить, не посетитель, не гость, а житель, смотрит и встречает рассвет, и в то же время солнце и луна тоже все это видно. То есть это все как бы одна картина мироздания, которая возникает из окон из этого отеля. Это прекрасно. А что-то он еще добавит к этой классной картинке, которую нарисовал раньше. La prossima settimana dal Marriott di Milano vi faremo vedere l'infinito, il mare, l'Etna da queste camere da letto, dove facendo colazione potete guardare il mare immenso, il mare degli dei, dove si specchiava Venere, il vulcano che è sempre in eruzione, l'Etna o Mongibel, come lo chiamavano anticamente i greci. Ancora una volta noi aspettiamo Igor e voi altri. A presto. На следующей неделе с Милана вы обязательно увидите великолепные номера этого отеля. Действительно, с этих номеров во время завтрака вы видите прекрасное море, вы видите восход солнца, вы видите огромный... Нет, в Милане сказал, что вы увидите, покажут картинки, картинки. Картинки увидите, нет, поэтому я правильно поняла. Все, да, все. А престо. До скорого, да. До скорой встречи. Questa bella signora la ringraziamo. Grazie a lei. Per quanto è stata brava. Ну, мы заканчиваем эфир. Спасибо всем за внимание. Мне кажется, это была очень интересная встреча. И действительно, мы видели, что здесь находятся люди, которые делают все, чтобы нашим туристам здесь было очень комфортно, гармонично и просто отлично. Спасибо всем за внимание. Спасибо, инженеры.